Magandanu maga majat bun takat good morning my friends. Today we will cook kalabasa okoy. We have kalabasa okoy. Kalabasa. And my nephews will help us to cook. And mother already cutting vegetables. We have onion, cebuyas, and garlic, and carrots, and we have a lot of mushrooms, but it's not for today. Today I have champurrada for my breakfast. Bon appetit. Вот Лиза заказала чайник. Давай чайник. Okay, my mother cutting колбаса. Мазари не разрезать колбасу. Давай я. Прям как арбуз вот так кусок отрезай. Давай я отрежу. Колбасу. Матюша, это колбаса. Там колбаса есть? Ложка колбасы. Я захочу. Окей. Это будем блинчики делать. Да. Почему? Колбаса. Ну, потому что надо. Мы тебе... О, мама. Я захочу. And... На нефти будем это кушать? Да не будем это кушать. Не будем. Хрюш. Это грибы. Не трогай ты грибы. Сказать какие-то. Дешевка. Ну что это дешевое? Это будем до утра жарить. Да. Да. Okay, we have колбаса and carrots, and now we should cut cebuyas and garlic. Не купили. Как я буду суп завтра гороховый варить? Так, крахмала сколько? Сейчас and we add corn starch. Чуть-чуть. Хватит. Сейчас еще мой мучки. And finally we add flour. Еще две ложки хватит. Как я надеру? Ну, я надеру на вообще ножичку нашу, ну, две от себя. Видишь, сок дала. Тыква. Леша, не встанешь. А еще получается, мы на меленько терочки поменьше терли бы, как я надерунечки делаю. Было бы лучше. Окей, we are starting to fry our колбаса окой. У них тоже так было, да? Такими лохмоточками, да? Колбаса-барабаса. Надо посмотреть, как будет. Если не очень хорошо, то можно будет добавить муки. Если будет распадаться.
Нет, рано. Сейчас я вот так, чтобы бачок этот. На Гайдан Хакун. Какой я, вот мне даже видно, на который я это зеленый делаю. Они бы не увидели там, что я не носил черточки. Guys, finally our kalabasa okoy is done. Okay, it's time to try. Our колбаса окой. Ну что скажете? Очень вкусно. Вкусно, тыквенный вкус. Там тыква. Как будто ешь тыквенную кашу. Сладкую. Приятные такие, нежные. Дируны немножко напоминают вкус картофельных дирунов. Почти такие же, как картофельные, только с привкусом тыквы и чесночка. Мягкие. Видимо, из-за тыквы тают во рту. Вкусные. Okay, and I will try one. Yes, very tasty. Yes, good, very good. Да, вкусно. Они еще добавляют туда петрушку, но у нас не было петрушки. А так все по рецепту, да? Yeah, very tasty. We definitely will cook it one more time. Because we have a lot of kalabasa. Now is the season. And my mother eat with sour cream. Okay guys, salamat for watching. My family really enjoyed okoy, kalabasa okoy. And we definitely will cook it one more time. And salamat for watching. Subscribe to my channel. And God, пока.